зашли в те молы, в техно-шопинг-молы, тут Zara и всякие другие бренды, да. Причем странно, похоже, это больше всего на рынок. Да, давай. Давай. Domestic Electronic Goods. Worldwide 5, да, Билли? 4-5. Телеком. Ну, давай, да. Погнали. Привет, дорогой друг. Сегодня я хотел бы поговорить с тобой о радиорынках. Я покажу тебе радиорынок из Сеула, из сердца Кореи. И я хотел бы, чтобы ты зашел на любой свой радиорынок или на радиоточку и сравнил. Контраст будет большим, я тебе обещаю. Смотрите. Корейский педантизм и чистота поражают. Второй этаж, рынок камер. Дальше они не могут уехать, все равно перевес. Тут Samsung есть, Samsung'ов у нас нет, люмиксы. Олимпсы, что нет. В других местах Кеноны. Ну, Кеноны старые все. Но в хорошем состоянии. Это типа Прикольно. До Шато. Да, только почище. Ну да, да. Ну, как на до Шато, да. Но говорят, здесь цены хорошие. Вау. Смотрите, ребята. Зашли на этаж с фотооборудованием. Все фотооборудование очень хорошего качества в плане сохранности. И в целом рынок выглядит как будто Советский Союз. Такой универмаг. Смотрите, здесь куколки какие-то, швейные машинки. Все, видимо, для рукоделия. А тут сразу камеры. Причем камеры в хорошем состоянии для БУ. Прям вот реально хорошее состояние. Не как в Китае, и полы, смотрите, идеальные прям. Есть некоторые моменты, которые мне очень запомнились на радиорынке Сеула, и о них я тебе расскажу. Давай первое. Смотри, радиорынок Сеула очень чистый. То есть любые рынки Сеула очень чистые. Это раз. Два. На радиорынке нет того шума гамма, который есть у нас на радиорынке. И самое главное, никто не подходит к тебе и не пытается показать тебе товар, рассказать тебе, что-то подобрать. Это очень удобно и комфортно. Я знаю, что многие люди это не любят. И это плюс, плюс корейцам. Интересно, конечно. Здесь, смотрите, все коробочки пронумеровано. То есть у них получается комплект каждому фотоаппарату, коробочка. Смотри, Крис, на каждый листочек все пронумеровано. Карточки только экстрим, как у меня. То есть хорошие карточки. Блин. Приятные чуваки. Может быть, и цены у них такие же, как в Гуанчжоу, или плюс-минус такие же. Но в целом очень приятно. То есть приятный подход такой. И еще один момент, это ценники. В каждой лавке, на каждом устройстве были ценники. Это тоже очень удобно. То есть я, подходя к витрине, к товару, даже если это товар БУ, понимал, что вот этот, допустим, фотоаппарат стоит столько-то, вот этот фотоаппарат стоит столько-то. И мне сразу было приятнее понимать, что я могу выбирать. Вот, смотрите, обычный отдел, обычная лавочка, можно сказать. И так все сделано, так прям все хорошо. Очень интересно, да. Но тут накрыто уже, значит, они уже ушли. Да, все коробочки хранят. Очень прикольно. Но я пройдусь, да. Крис, конечно, думает, наверное, ай. Да, да, да. Крис там по работе есть моменты, то есть Новый год начался, но ее он не отпускает. Я вот отключаюсь, смотрите, еще одни ряды. Нас интересует шестой этаж, как раз шестой этаж. А многие русские посещают, потому что здесь находится мобильный рынок. Смотрите. Он тоже похож на рынки до Шатоу и Шэньчжэня, Китая, но... Да, но опять все блестит. Люди сидят приличные. Да, 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 да. Вот это прям очень интересно. Хотя суть та же. Суть та же, да, да, да. И непонятно, здесь у них муляжи лежат на прилавках, или же, да, муляжи, или же новые девайсы. Вот смотрите, айфоны. Прикольно, да. Айпадов нет, кстати. То, зачем я сюда приехал, не вижу я этого. Ну да, да. Нет, ну, пройдемся чуть-чуть, здесь спрошу. Куча айфонов и самсунгов. И LG, я думаю. Но на самом деле, ребят, я видел здесь китайцев, которые пользуются... Ой, китайцев. Корейцев, которые пользуются китайскими телефонами. Че, что-то кашляет сильно? Да, много, ну, я видел много Huawei там.
еще какие-то. Так, вот таблетки, но таблетки только Samsung. А? Ну, iPhone нам не нужен, я сама. А. Смотрим, iPad нужен. iPad? Угу. Напоследок я хотел бы сказать, будьте здоровыми, побольше сидите дома. Ваша ответственность – ответственность перед старшим поколением. И, соответственно, вы можете помочь им не заболеть, можете помочь им также проявлять свою активность и не сидеть дома круглые сутки. Так что думайте своей головой, будьте здоровы, пока.